Продолжаем выпуск. К Новому году в Новосибирске модернизируют парк трамваев. Частично. Денег хватит на 12 машин. Необходимые изменения уже внесли в областной бюджет депутаты Заксобрания. Из бюджета выделят 100 миллионов рублей. Но открытым остается вопрос обновления пассажирского транспорта на межмуниципальных маршрутах. Комитет предложил выделить 30 миллионов на возмещение райцентрам затрат на покупку новых автобусов. По словам министра финансов и налоговой политики Виталия Голубенко, доходы Новосибирской области на текущий год предлагают увеличить более чем на 2 миллиарда.